Друзья, всем привет. Ну что, давно не виделись, да? Пришла мне вот такая приблуда. Сейчас будем мерить скорость трактора, не выезжая из мастерской. Мне очень интересно. И я думаю, заказчику будет тоже интересно скоростные характеристики этого чудо-аппарата. В общем, хорель-ля, ставлю двигатель и меряем скорость. Так, ну что, двигатель наживил, ремни свободные еще пока. И осталось его теперь натянуть. Ну, натягивать буду гайковертом. Так быстрее. Отлично. И затянуть. С четырех сторон, мужики, затяну так, чтобы не дребезжало ничего. Все. Запускаем. Итак, как многие уже догадались, да, судя по упаковочке, это, мужики, лазерный тахометр электронный. Вот. Считывает обороты всего, что вращается. Можно посмотреть. Поэтому сейчас с ним идет вот светоотражающая лента. Отрезал кусочек, наклеил вот спереди на шкив. Шкив, напомню, стоит 60-й здесь на данный момент. Внизу 270. Звезда 13 зубов, звезда 26 зубов, троечный редуктор, коробка 0,1. И сейчас мы узнаем минимальные и максимальные обороты движка, замерим обороты колеса и очень легко и просто узнаем скорость трактора, не выезжая за гаража, более точную, чем считая вот эти все моменты. Я, кстати, как-то считал скорость человеку там погрузчика, очень интересную скорость. Кто не видел, ссылочка будет вверху, переходите, смотрите. Так видос называется, как узнать скорость мини-трактора. Ну там без вот этого прибора все математическим вычислением идет, ничего сложного. Кому интересно, смотрите. Так, ну будет немножко шумновато. В мастерской завел, дверь открыл. Давайте померяю. Вот. 1365 оборотов на холостом. Можно потушить пока. Так, смотрим. Вот 3975. Так, ну, снял оттуда наклеечку. Наклеил вот сбоку на темное, на черное. Восемнадцать. В полный газ теперь. Thank you.
52 оборота. Сейчас надо записать. Так, четвертая передача, холостой ход. Пятьдесят пять оборотов. Четвертая передача в полный газ. По 90 оборотов. Все, сейчас посчитаем скорость трактора. Ну, 31 января люди на огороде что-то садят. Итак, мужики, посчитал я скорость этого тракторка, вот не выезжая с бокса. Заняло это у меня, я не знаю, больше с камерой бегал, да двигатель дольше ставил, наверное, чем замерить, рассчитать эту скорость. По сути, можно колесо было не снимать, а замерить прямо с колесом. Но оно тяжелое, чтобы меньше вибраций было. Я его снимал. Вот, кто не видел, как рассчитывается, кто не знает, как посчитать скорость своего трактора, есть видос. Вначале была подсказка. А так, заходите на канал и ищите видос. Он так и называется: «Как рассчитать скорость мини-трактора в скобках погрузчика». Все подробно разжевал. Занимает это, ну, 5 минут делов, зная все передаточные, редукцию. Это, я не знаю, 5 минут делов, и больше там рассказывал, и объяснял, и пальцами тыкал, да? Вот. В общем, что получается? Получается минимальная скорость на холостом ходу, значит, на первой передаче 1 км в час. Да, кто, если будет вот такая вот приблуда есть подобная, и при вывешенном колесе одном, обязательно все значения полученные потом уже в конце делим на 2. Потому что когда вывешено колесо, колесо крутится в 2 раза быстрее, нежели когда они оба синхронно крутятся. Вот, как-то так. Это тоже надо учитывать. В общем, холостой ход. Первая передача 1 км в час. Максимальные обороты. Первая передача 3,8 км в час. Вот он будет двигаться. Четвертая передача. Холостой ход 3 км в час. Четвертая передача. Максимальные обороты 11 км в час. Вот как-то так. Получается. Я считаю, нормально. Отлично. Всем пока!